بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شو كنم God is a is a God one. God, but God one. Only one God. Only one. Mm-hmm. Yes. Thank you. Thank you. About God. About God. Mm-hmm. Is in about in your tell your brother your countries of God. Все говорили мне, что в этой стране мне отрежут голову или как минимум руку, что меня заберут в плен, что отправят воевать за ИГИЛ. В общем, что целыми из этой страны вряд ли вернусь. Всем салам, я в Исламской Республике Иран, и я здесь, чтобы сделать то, что в этой стране категорически запрещено. Хорошенько развлечься в пятницу и даже проснуться с крепким похмельем. That we are spending this holy shit days here. Yeah. But welcome to you. И все бы ничего, но с развлечениями здесь большая проблема. Иран живет по законам шариата, а это значит, что любые радости здесь запрещены. Здесь нет современных концертов, нет дискотек, запрещено иностранное кино, как и иностранная музыка. Естественно, под запретом алкоголь, наркотики и секс до брака. Потому что все удовольствия у хороших мусульман, они будут потом, после смерти, в раю. Поэтому пятницу нужно проводить в мечети за молитвой. For example, I went to a nightclub, bar, pub. I'm sorry, I used too many words to remember the exact word. And it was so funny. I went there, and everybody said, "Where are you from?" I said, "From Iran." And, "Oh, you drink alcohol? Oh, you do this? Are you dancing?" And it was a stupid question who people ask me. And that time I was so tired about this kind of silly question and argument. I just said to him, "Have you ever been in Iran?" He said, "No." And I said, "Okay, continue." В этой стране хоть все и запрещено, но никого это не останавливает. Иранцы позволяют себе любые перечисленные радости, но правда подпольно. There are places that you can find alcohol or beer or everything you want, but they're not for Muslims. They are for tourists, for example. Yeah, people can use it in homes, in their homes. They are free to do this, but you know, use it in public is forbidden. Mm-hmm. You can use it in your home and nobody will tell you what are you doing, why you are doing this. Сегодня джума или пятница. Это самый священный день, самый благословенный день у мусульман и единственный выходной в Иране. Неделя здесь начинается не с понедельника, а с субботы, поэтому в пятницу все отдыхают и улицы почти пустые, практически все вокруг закрыто. А еще считается, что именно в пятницу наступит конец света. Поэтому весь день я немного на нервах. А еще я волнуюсь, потому что сегодня в первый раз пойду на подпольную вечеринку в Иране. Мы едем туда с Амиром и Гальшан. Они знакомы всего 2 недели, но уже живут вместе, любят крепкие напитки, готовят свинину, когда удается ее достать, и не соблюдают намаз. В общем, уже наберется на вечность в мусульманском аду. А за такие вот не слишком веселые посиделки за столом наберется на несколько лет в иранской тюрьме. 2-литровые бутылки от воды налит арак, традиционный иранский самогон на изюме. Чтобы его достать, нужно знать номер тайного курьера. Он приезжает, берет деньги и через какое-то время возвращается с напитком. Это стандартная схема подготовки к вечеринке в Иране. Selling it in Iran is forbidden, but you can find it. You should know people that will bring to you, you know, like I don't know what to say in English. David brought, bring it for you. Как ты можешь найти? Это черный маркет. Они должны тебе узнать. Это не так, что бар там. Вот. Если хочешь, можешь положить деньги, через час тебе будет, потому что он упирается.
Я понял. А за распитие, если тебя ловят прям со стаканом в руке в процессе употребления, сначала дают штраф, но после трех штрафов это грозит сроком от 5 до 15 лет. Поэтому я даже боюсь себе представить, что грозит им в случае, если их словят за самогоноварением. Пиво и здесь можешь купить, он продает, серьезно. Не пиво, смотри, у нас есть наш арак, но это называется арак, у нас это как ваш самогон и такие. Не очень такой, 25%, это домашний. А он продает, я могу спросить, если хочешь. А сколько стоит, да? Я уже знаю, потому что сегодня я две девушки из Голландии купил. Вот я такой, как маленький пиво, ну как маленький вода. 0,5, ага. 0,5, да. Ну, ты знаешь, сколько реал? Реалов, да, знаю. 650 тысяч реал. Это по доллару это будет 21. 20 долларов. 21 или 20 долларов. Ага. 20 долларов. Маленький. А большой, конечно, это 45 долларов. Mm-hmm. Вот ты говоришь, а через... Чего вахты я говорю? Ходаш к автору. Я говорю, ах, я говорю, ах, ходаш в Алану. Чего вахты он обещал? Дастас, ну, ходи. Дастас, ты говоришь. Да, Дастас. Где сад, а? Через, ну если ты сейчас говоришь, что будет, то заплатишь через час. Через час. В итоге такое безобидное по нашим меркам времяпрепровождение в Иране становится опасным. А пока мы пили арак и слушали западную музыку, тоже, кстати, запрещенную, за окном толпа мужчин развлекалась по-своему. Они отмечали Ашуру, день траура по имаму Хусейну, особо почитаемому шиитами-мученику. Идя по улице, они просто изображали самобичевание. Хотя в некоторых местах это до сих пор делают по-настоящему. Для многих все-таки основным развлечением остается молитва, намаз 5 раз в день. И поэтому мечетей здесь столько, в каждом городе их огромное количество, и некоторые из них выглядят в 1000 раз круче, чем любой самый пафосный клуб. ثابت شده تو مستیم اینو منو میخوانو که تو عجیبه منو بگردی صدی در میاد که البته دلار همه تجهیزات کامل دافی همه تفریات تو تجربه میکنه با جمع منفیات حرفای توی آلبوم سرد نی با مش بر از این حالا به بد جلو میرم جا خوشتر از این نمیبینی آخه پا خود عرق ری Dead Mouse Your faces look like a dick of dead mouse And your faces look like the dead people And with your short hairs, I'm wondering, do you have any brain in your mind? It looks like a cum shot in your mind, not brain anymore. На самом деле, еще каких-то 40 лет назад Иран был абсолютно нормальной, обычной светской страной. Во главе ее стоял шах Мухаммад Реза Пехлеви. По сути, это был король. You know, As a traditional, another way of traditional Iranian theater was a person who wear the made the black makeup with a rose with a red lipstick, and he started dancing and singing as a funny way. He just usually it was him. He just singing the bullshit song. Mm-hmm. All of them. Were around the king things, but he never said it's a king because most of things were dictators. So you made a shit now. Just answer me. You falling down from which dog ass? You are a shit of which kind of dog ass? It just bullshit, but they made it another things.
Но народ был очень недоволен шахом, тем, как он правил, коррупцией, прочими косяками. Поэтому в 79-м году произошла революция. И в Иран из изгнания 15-летнего вернулся имам Хомейни, уже тогда известный оппозиционер и борец с режимом шаха. И он возглавил революцию и впоследствии возглавил государство. I had a guest from France. And I made a joke with him, and I said, "Okay, thanks. This revolution is your souvenir to Iranian people. You send us, bring back us Khomeini, and so we have a problem with that." And he sometimes continued that joke and said, "We already have another Khomeini. If you want as extra things, we can bring him back." Ну и в итоге иранцы в какой-то степени сами виноваты в том, что оказались в такой неприятной ситуации, потому что в результате референдума они решили, что страна откажется и от капитализма, и от коммунизма, от всех известных нынче политических систем и будет жить по исламской модели, то есть будет исламской республикой. Как это будет на самом деле, видимо, никто особо не представлял, поэтому в итоге получилось черт пойми что. It's not Islamic Republic, I mean, it's dictatorship. What's your religion? Because, sorry, but what does it mean, Islamic Republic? I cannot understand what does it mean. It means the government do everything Islam said. Yes. The Muhammad Prophet. But it's not like that. And as a first year of revolution, most people understood, okay, we were wrong about revolution. What did we do? Why we made the revolution and bring Khomeini to Iran? They do everything they want, and they don't allow any people to say just a word. Mm-hmm. The government is very powerful. They don't allow us to do anything here and say anything. You should just obey them. Not anymore. Don't say anything. Just obey. We like Europe. So do they use army or like? Yes, yes. Use army. Till American start attack the Afghanistan and Iraq, still people had the hope to American ones came to Iran and made it freedom and the prince of Iran came back. Most people had this kind of idea. After the too many terrorist group surrendered Iran, for example, in Afghanistan, it started growing up, Daesh in Iraq and other countries, they said, okay, we shouldn't do any movement because they are so close and it could be dangerous for us to lose our country and our safety. И очень быстро развился культ личности Хомейни, а после его смерти его преемника, имама Хоменей. Их часто изображают вдвоем, не хватает только третьего, чтобы получились такие Маркс, Энгельс и Ленин. И вот портреты этих двух имамов, они везде, в каждом городе, на улицах, в зданиях, в кабинетах. И именем Хомейни названы все главные проспекты в каждом городе, главные площади. این رو میگی الله خدا God is رحبا my first name سید علی last name خامنه‌ای لبیک یا خامنه‌ای is perfect very 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 perfect. And who is he? Is rank one. Is Iran ranking one?
И фактически страна вернулась в какое-то средневековье, потому что начались телесные наказания, начались казни, на неопределенный срок закрыли университеты, начали бороться с интеллигенцией, особенно с той, которая получила образование на Западе. Женщин опять обязали носить чадор, запретили все иностранное, музыку, фильмы, в общем, сплошные запреты и сплошные исламские старинные устаревшие законы. Ra is a Ronima Chimisha is a way Iran is a coach very nice the people به مردم ایران ای کوچ اوکی یک عالم از بیگ مرد فلسفه اکانتینگ دکترا پرفیکت Интересно, что конкретно по поводу запрета алкоголя написано в Коране. У меня есть мобильная версия в русском переводе и трактовке. Сейчас проверим. «О те, которые уверовали, воистину опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники, то есть идолы, и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, и, быть может, вы преуспеете». Воистину, дьявол при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите? Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и остерегайтесь. А еще Мухаммаду приписываются такие слова. Аллах проклял алкоголь и того, кто его пьет, и того, кто его наливает, и того, кто продает его, и того, кто покупает, и того, кто его делает, и того, кому его делают, и того, кто его носит, и того, кому его приносят. Вот так никому не поздоровится. Вы знаете, по-моему, она нехило накрывает. Не откажусь любить красавиц и пить вино, и пить вино. Я больше каяться не буду, чтоб ни было, мне все равно. Наставник мне сказал с укором, пойди от страсти откажись. Нет, братец, буду страсти верен, подруге предан я давно. Того довольно, что в мечети не буду девушек ласкать, а большей набожности право мне вольнодумцу не дано. Наставнику виноторговцев я всей душой стремлюсь, хафиз, его порогу поклоняться. Я твердо знаю, не грешно. Эти стихи самого знаменитого и почитаемого персидского поэта Хафиза были написаны еще в 14 веке, но именно сегодня в Иране они особенно актуальны, потому что лирический герой Хафиза – это всегда бунтарь, любитель женщин, алкоголя и человек, который не приемлет никаких стереотипов и предрассудков. Наверное, поэтому иранцы его очень любят и говорят, что в каждом доме должно быть две книги. Обязательно. Это Коран и стихи Хафиза. И не всегда Коран находится на первом месте. Iran's poets were so lovely. I mean that their poems are most about love. For example, Khayyam. Khayyam poems is about wine. Yes. Shirazi wine is a legendary wine. Yes. But can I find today the Shirazi wine or something? In Iran, it's out of rule. Mm-hmm. Dinner rule. Mm-hmm. Yes. It's not lovely. Mm-hmm. And it's hard to find it.
But it's possible. Yes. Where? You want it? Yeah. I think I can. Really? I can find it for you. Oh my god. Я в городе Шираз, который знаменит не только своей поэзией, но и легендарным ширазским вином, которому свои стихи посвящали многие персидские поэты. И очень хочется это вино попробовать. Я просто решил сработать в наглую и поспрашивать в магазинах. Снимать буду тайно на фотоаппарат, который будет просто висеть на шее, и никто не подумает, что он снимает видео. Hi, how are you? I'm fine, thanks. Thanks. What do you say? Can I find Shiraz? Shiraz wine. Like, okay, okay. Whiskey or? No, no. I mean wine. Shiraz wine. Shiraz wine. Like homemade. Yeah, koni. I have this, but the price is China. Scotland, Guinness is off. Made in Scotland, 200,000. No, but I mean not Scotland, I mean Shirazi. Only Shirazi? Shirazi. How much is it? 5,000. Yeah, sorry. Yekoni? 50,000. For the one and the little began kuchik tajdari. I don't have, sorry. Okay. Yeah. So but it is Shirazi wine from made from grape. Shirazi perfection. Okay. No wine, not arak. No. Not arak wine. You're right. Yeah. Wine. Yeah. Okay. حرفای توی آلبوم سرد نه با موش بر از این حالا به بچلو میرم جا خوشتر از این نمیبینی آخه پاد خود عرق ریخ آف کورس درق این میکنی و نمیکشی یا پوز بر از این کار ما هم شده سپورت و تشویق با دشمن افری آلبوم کرست این حالا شما میخوای باز دشمن همشی با موشی از ریخ با گرد درق این وات انا لیگندرنه شیرازکه вино домашнее. Оказалось, не надо заморачиваться вообще ничем, а просто подойти на улице к подозрительному мужику, у которого всего лишь один палец на руке, показать ему слово «вино» в словаре на фарси. Все. Он отвел меня сразу же в соседний магазин «Мобил». Там продавец говорит по-английски, я с ним договорился. И вот через полчаса полторашка отличного вина за $15 у меня. Арфой توی آلبوم سرد نی با موش بر از این حالا به بچلو میرم جا خوشتر از این نمیبینی آخه پاد خود عرق ریخ آف کورس درق این میکنی و نمیکشی یا پوز بر از این کار ما هم شده سپورت و تشویق не зря о нем слагают стихи. Color face is look like the bottom of because your face is yellow, so your face is look like bottle of pee, and this pee is a divine gift to you. You cannot leave it anymore. Become good is for Germany, it's for France, it's for USA, it's for Canada, not for this damn country. You know, like me, I want to. The USA go and rockets and put rockets on Iran. Damn! If they do it, I will pray them. If they do it, yeah. They should help us. Go down.
Всем салам, я в Исламской Республике Иран. Начинается уикенд, самое время для веселья. Every day, every week. Smoking. Every night. Это вообще никак нельзя. It's a dream for us. I'm Anis, son of Anashi. It's not, you know, North Korea, it's okay. کم بادیم چند تا رو داریم یا دوتایی پیشم یا من تک یا تو تک از پیشم من میریزم